Итак, доброго здоровья всех, рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315, это очередная часть моего прохождения мода Point of View, первого Half-Life. Успешно мы уничтожили танк, который там сейчас валяется внизу весь в огне. Так, и я думаю, что мне сейчас нужно возвращаться потихонечку на первый этаж. И где-то там должен быть проход. Проход, который поведет меня дальше. Так. Что, опять вы на меня будете нападать? Придется вас убить, ребят. Ну а что вы хотели? Так. Блин, тут эти штуки, я про них вообще забыл. О, так, придется избавляться потихонечку. Так, что, все что ли? Нет, не все. Ну появитесь хоть одна здесь. Так, еще минус одна. Так, по-моему, еще одна где-то была. Да, вот она. Блин, спалил я ее. Кто не видел, не видел. Так, готово. Так, вот я не знаю, мне... Ой, блин! Жесть. Я не знаю, то ли мне вниз спускаться, то ли... Нет, наверное, все-таки, ребят, надо спуститься вниз, потому что здесь я... Так, не вижу никакого прохода. Судя по этим штукам, которые здесь. Так, а как бы мне тебя достать так, чтобы ты меня не достала? Вот примерно так. Так, а здесь я был? Да, здесь я был. Здесь я проходил, значит. Ну, я думаю, ребят, мне в самый низ, вон туда, вот, где открытая дверь, рядом с горящим танком. Вот так вот аккуратненько я спущусь. И пойду, наверное, сюда. Все-таки. Так, следующая карта загрузилась. Ты кто, друг? Оба-на. Слушайте, такое оружие я еще не видел. А что ж это за оружие такое? Так, хорошо. Блин, нет, неправильная тактику выбрал против пулеметчика. Вот это, я думаю, правильная тактика. Надо будет испробовать этих летающих друзей моих. Так, а где он меня, собственно говоря, стреляет? Так, ну пойдемте сходим сюда. Так, подождите, а тут закрыто.
Нам вниз, видимо. Так, это я под воду, да, спустился? Так, надо поаккуратнее, конечно. Что-то, по-моему, вертолет там отлетался. Ха, ребята, жуков надо аккуратно выпускать, потому как меня тоже могут съесть. А ну-ка, давай, 3 штуки на него. Так, а теперь они, видимо, на меня пришли. Так, готово. Так, теперь я гляну, что здесь. Блин, там они еще где-то бегают. Так, вижу, рыбку плавает. Ух ты. Че, они друг на друга нападать будут? Вроде нет. Так, ребят, я одного не пойму, как бы здесь мне делать, я так понимаю, нечего, потому что я не вижу никаких кнопок, с которыми можно было бы взаимодействовать. Я не вижу никаких рычагов. Но я вижу вот эти бочки, которые надо взорвать. Так, а как их взорвать? А вот так их взорвать. Так, теперь сюда. Блин, хоть глаз выколи. Так. Куда это я пришел? Спрашивается. Пока не ясно, да? Ой, блин. Это я неудачно упал. Чё, и ты против меня, блин? Слушай, благо хорошо от молнии убивается, прям моментально. Так, а там рыбки плавают, да? Так, окей, и куда мне идти? А ну-ка попробую сюда. Так. Еще эти штуки. Так, ну что, ребят, я думаю, что пришла пора испробовать, что это вообще такое. Я даже, честно говоря, не могу никакого представления, как бы, пока вообразить в своей голове, что это может быть за птеродактиль. Так, хорошо. А если так? Нифига себе. Слушайте, хорошая птичка. Ну где ты, родной? Офигеть. Еще и самонаводящиеся такие. Летучие мыши, да? Бум. На тебе, ребята. Блин, а как они у меня попали-то? Или это жук на меня? Так, надо лучше отбежать.
Блин, у меня всего-навсего 21%. Это плохо. Так, готов, да? Вон он еще один. Тоже готов. Еще один готов. Так, последний, по-моему, остался там. Четко в голову. Так, здесь у меня ничего. Блин, офигеть, они изрешетили, посмотрите. Обалдеть. Вот паника была, когда я на них этих жуков пустил. Посмотрите, все стены в пулях. В отверстиях от пуль. И толпы трупов. Да, ну ничего не поделаешь. Бывает. Бывает и такое. Вот как раз у меня есть преимущество в тот момент, когда он машет рукой, типа подзывает остальных своих комрадов. Так, еще один готов. Так, а что, он сам себя, что ли, я не понял? Ну, ладно. Так, один готов. Не хулигань, дружочек. Так, теперь сюда. Так, нормально. Пулеметчик. Готов. Чё ты на Фримена, по-моему, смахиваешь? Так, привет, ребят. Кстати, вот на дальних расстояниях в основном преимущество все у меня, потому что я в них легко попадаю своими молниями, а вот они до меня достать и точно попасть из огнестрельного оружия не могут. Отсюда как бы им минус. Вот и все. Нефиг делать, как говорится. Так, закрыто. Закрыто. Блин, что это за комплекс, интересно? Так, здесь тоже закрыто. Ну что, пойдемте-то сходим вниз. Оба. И что бы это значило? И что бы это значило, ребята? Так, закрыто. Закрыто. Ух ты, отлично. Блин, мне нравится это оружие, на самом деле. Офигительное. Мне очень нравится. Вау! Блин, а я что-то его даже, честно говоря, не заметил.
дым. Так, один есть. Лови второго. Так, не, ребят, но он живой. А как же мне его... Слушайте, а кто это у меня граната? Это он кидает? Да, это он кидает гранаты. Слушай, друг, а ты от молнии вообще убиваешься, нет? Знаете, что-то мне кажется, что нет. А что ж мне с ним делать-то? Так, нет, неправильная у меня тактика. Блин, а тут, к сожалению, птичек нет. Так, а чё ж мне делать-то, а? А ну-ка прогуляюсь-ка я. Нет, никуда я не прогуляюсь. А как я, кстати, на первом этаже оказался? А, вот как я оказался. Там же лестница была, на которую я, опять же, не запрыгну. Так, значит, что у нас в целом? Так, немножко неудачно. В целом у нас из оружия только наш мухоплюй и больше ничего. Зараза ты такая. Хорошо стреляет. Попробуем, конечно, вот этой штукой, но что-то мне кажется так. Надо смотреть внимательно, куда он бросает эти долбанные гранаты. Не знаю, получится у меня убить его этим мухоплюем. Сомневаюсь я, конечно, но, блин, у меня нет другого выбора. Прям на меня. Так, иди сюда, дружочек. Ну, вот так вот будем переходами его пытаться вынести, но надо следить, конечно, если он повернется в мою сторону, то, в принципе, меня моментально выносит со своего пулемета, что не есть хорошо. Давай, иди сюда поближе. Молодец. Так, лучше всего его с правой стороны выносить, так он меня хотя бы не успевает. Достать, хотя, блин, опять немножко я ошибся. Вот зараза. Так, надо так встать аккуратно, чтобы он не смог меня в поп... В меня не смог попадать. Тут посмотри, какой шустрый. Ребята, у меня получилось. Отлично. Просто отлично. Что это было? Так, а куда вот... Так, тихо-тихо-тихо, это что? Это кто? Где он меня стрелял? А, вот они, дружочка. Так, одного нет. Откуда они вышли, блин? Что-то я... А, вот сюда, вот. Фу ты, блин, точно. Все.
Так, что у нас здесь? Ух ты! Меткий какой, а? На тебе. Так, кто там еще? Все, что ли? Так, опять мы видим этот переход. Показывают нам какую-то заставку. Фриман плывет куда-то. А это вот мы его что, типа, догнать должны? По идее, он нас тогда убьет, а не мы его. Блин, тут еще и танк вообще офигенно. Сейчас еще придется танк чем-то выносить. Офигеть, я так вот увидеть в Артигонту такую вот махину. Я не знаю, что он при этом чувствует. Думает, ну все, пипец. Кстати, что-то он куда-то улетел. Какая-то штука непонятная. Так, я извиняюсь, это что, мы типа ей управляем, что ли? Нет. Так, это мы, я так понимаю, в свободном падении. Вернее, под водой. Я так понимаю, он в бессознательном состоянии, но еще живой. Ну вот, кажется, сейчас его и добьют. С пулемета прям. Не, с дробовика. Not so far after all. В конце концов, не так уж и далеко. В общем, вкратце здесь написано то, что Vortigaunt
ну, ведет, скажем так, монолог. Абсолютно удивлен, что после такого громадного взрыва и такого огромного падения я смог выжить. Сейчас у меня только два варианта на моем жизненном пути, потому как я абсолютно осознаю, что назад в мир Ксен, в мой родной дом, мне дороги нет. Первый вариант — это скитаться по этим огромным комплексам, по этому чужому миру, убивая людей, стараясь выжить, полностью истощенным и израненным, и пытаться найти, тщетно пытаться найти какой-то портал, который вернет меня домой. Это первый вариант. Второй вариант — это все-таки попытаться найти, может быть, общий язык с этими двумя людьми, которые не стали меня убивать и не стали убегать от меня, и попытаться как-то жить в этом чужом для меня мире. В принципе, я, наверное, доверюсь судьбе и выберу второй вариант. Вот примерно так гласит вот этот текст. В общем, отправился он с этими двумя охранниками. Что с ним будет дальше, в принципе, каждый для себя сам решит. То есть такой неоднозначный финал, видимо, есть пища для размышлений. Хотя я не знаю, может быть, это еще и не финал. Сейчас посмотрим. Вот это что за летающая хрень неведомая? Вот это вот, конечно, вопрос. Конечно, я предыдущие его записки не читал, так как я в начале прохождения сказал, что мне не хочется на это тратить время. В принципе, прохождению это не мешает. Вот, ну, конечно, интересно, что это за фигня летающая. Может, если кто знает, напишите. Буду рад почитать. Ну что ж, а у меня на этом, в принципе, все. Заканчивается прохождение интересного мода Point of View к первой Half-Life. Большое спасибо, кто наблюдал за этим прохождением. Приходите на мой канал, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Мы еще пройдем очень много интересных игр, модов и всего прочего. В общем, всем спасибо, всем удачи, всем пока.